делать. Давайте все вместе, просто с радостью, петь ему. Спасибо, мой Бог, за то, что Ты оплатил весь долг. Ты разбил все проклятие, Господь. Ты достоин славы, и мы Тебе поем. Спаситель, страдания принял он,
чтобы мы жили не просто здесь с Ним, но и в вечности с Богом на небесах. Слава Иисусу за то, что Иисус сделал для каждого из нас. Сегодня мы собрались на этом месте, и я желаю, чтобы в дальнейшем мы молились о процессе ученичества в церкви Филадельфии. Наша цель, наше желание, цель прославить Господа, наша миссия помочь каждому человеку стать посвященным последователем Господа Иисуса Христа. Посредством всего, что мы делаем, мы желаем, чтобы люди стали учениками, последователями Иисуса, больше познали Господа, больше служили Иисусу. И сегодня акцент в молитве мы поставим на том, о процессе ученичества. Формируются группы, желаем, чтобы Господь благословил нас в формировании групп. Будем молиться о самом процессе ученичества людей в церкви Филадельфии, чтобы Господь благословил людей, которые приходят в церковь, чтобы люди, которые посещают служение, не могли сделать следующий шаг навстречу к тому, чтобы приблизиться к Господу. И у каждого этот шаг разный. У кого-то следующий шаг – это пройти курсы, у кого-то это принять крещение, у кого-то… И каждый должен рассмотреть свой уровень, задаться вопросом, что я должен сделать дальше, чтобы быть ближе к Богу. Мы будем молиться о том, чтобы Господь помог, чтобы люди двигались, чтобы люди росли, чтобы люди развивались, чтобы их жизнь менялась. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что сегодня здесь, в Доме Твоем, на этом месте, мы можем поклоняться Тебе, мы можем славить имя Твое, мы можем превозносить Тебя, Христос, возносить имени Твоему честь, славу, хвалу и благодарность. Иисус, мы уповаем на Тебя, Иисус, мы благодарим Тебя, Иисус, мы превозносим Тебя, Ты достоин чести, Ты достоин славы, достоин хвалы. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты освободил нас. Благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты оправдал нас, за то, что Ты возлюбил, за то, что Ты изменил наши жизни. И мы можем находиться в Доме Твоем, можем быть здесь, поклоняться Тебе. Господь, но не желаем останавливаться в нашем духовном развитии. Не желаем, Господь, оставаться на этом уровне, но желаем возрастать в нашей вере. Желаем, Господь, все больше и больше познать Тебя. Желаем, Господь, делать следующие шаги в нашем хождении, в нашем служении. И я прошу Тебя, Отец, чтобы Ты благословил церковь Твою, благословил участников церкви, служения, Господь, всех тех, которые приходят в дом Твой для поклонения Тебе, для тех, которые ищут познать больше Тебя. Господь, помоги каждому из нас, Боже, в процессе ученичества. Рассматривая, Господь Иисус, процесс ученичества в церкви Филадельфии, мы просим Тебя, Господь, чтобы как можно больше людей могли, Господь, следовать за Тобою, могли, Господь, служить Тебе, могли вовлекаться, могли, Господь, делать следующие шаги в вере своей. Отец, благослови, Ты необходим нам, Ты нужен нам. Мы будем славить Твое имя, мы будем благословлять Тебя, мы будем благодарить Тебя, Иисус, будем превозносить. Ты достоин славы и чести. Аминь. Что Всевышний Царь меня призвал. Я блуждал, но любовь Твоя меня нашла. Да, меня нашла. Под свободу
поприветствовать вас в церкви Филадельфии. Я желаю, чтобы особым образом мы поприветствовали наших гостей, всех тех, кто сегодня впервые в церкви Филадельфии. Давайте мы поприветствуем наших гостей аплодисментами, тем самым скажем им добро пожаловать, о том, что мы рады их видеть здесь вместе с нами. Я приглашаю вас, пожалуйста, занимайте ваши места, присаживайтесь, располагайтесь. На мониторе мы сможем просмотреть новости церкви Филадельфии. Здравствуйте! Мы рады тому, что сегодня вы решили присоединиться к нам. Все вместе, единодушно, мы прославили нашего Бога в песнях и открыли сердца для Его Слова. Теперь же с нетерпением ожидаем следующей проповеди из серии «То, что имеет значение», которая поделится с нами Александр Пензарь. Цель каждого из нас заключается в том, чтобы использовать свой потенциал по максимуму. Поэтому каждое воскресенье в 12:30 мы предоставляем возможность посетить курсы личного развития, на которых вы сможете узнать о своих способностях и понять, как можно их использовать для благородных целей. Ждем вас! На протяжении 21 дня мы молимся и стоим в проломе для того, чтобы почувствовать полноту и свободу в Боге. Ежедневно в 6:30 у вас есть возможность присоединиться к общей молитве и прославить Царя Царей и обновиться в Его силе. Только с молитвой мы можем каждый день прожить победоносно. 26 января присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать решение людей, сказавших твердое «да» Богу и решивших последовать за Ним, приняв водное крещение. Приглашайте ваших родственников и друзей, соседей, чтобы вместе отпраздновать это важное событие. Сегодня мы все вместе будем молиться о Никушоре и Деборе, которые на протяжении 5 лет вовлечены в служение в Македонии. Молодая семья с 2 детьми проживает среди албанских мусульман. Евангелизацией мужчин занимается Никушор, а Дебора занята с детьми в рамках программы по проведению внеклассных мероприятий после школы. Будем молиться, чтобы Бог вел их в служение, давал силы, а также особенно благословил видение албанской церкви. Начиная с февраля, начинается новый сезон домашних групп. Выбери ту, которую хотел бы посетить, и запишись онлайн по ссылке philadelphia.md/группы, либо на первом этаже в фойе после собрания. Я прихожу на домашнюю группу, потому что мы все разные, но мы все из церкви Филадельфии. Длится всего 3 месяца, а сами встречи раз в неделю по 1,5 часа. Потому что у нас похожие интересы. Хочу возрастать в моих отношениях с Богом. Научиться, каким образом я могу внести свой вклад в развитие сообщества Христа. В группе меня принимают таким, каким я есть, независимо от моего прошлого. Знаю, что мое нахождение в здоровой среде способствует моему развитию. Потому что отношения с верующими людьми изменили меня так, что я тоже хочу быть полезен другим людям. Создаю воспоминания, с которыми я смогу поделиться со своими внуками. Вместо того, чтобы бесцельно тратить время в социальных сетях, я лучше буду изучать Библию с людьми, которые желают мне добра. Хочу быть примером для моих детей. Могу научиться, как находить и назидать учеников. Потому что все серьезные люди из активной церкви делают это. Знаю, что в моменты отчаяния рядом есть люди, готовые прийти на помощь. Безразличие не является путем к духовной зрелости. Плаценты кажутся еще вкуснее в группах. Я там научилась молиться за людей и поняла силу молитвы. Это мой любимый способ отдохнуть. Я стану частью группы, потому что я не хочу остаться изолированной в толпе. Я чувствую себя там как дома. Вместе нам удалось вернуть улыбку на лице Арины, девочки с диагнозом лейкемии, которая лишена родительской опеки. После благотворительной кампании, посвященной Арине, была организована специальная команда, которая заботится о потребностях Арины, покупая лекарства, продукты питания, одежду и необходимые принадлежности для нее. 2 раза в неделю молодые люди из нашей церкви посещают Арину, принося свежеприготовленную еду и поддерживая ее дружбой и заботой. Кроме этой команды мечты, которая еженедельно рядом с нашей маленькой Ариной, мы продолжаем поддерживать ее через наши молитвы. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Арина, и я хочу поздравить вас с Новым годом! Желаю вам всем здоровья, и мне бы очень хотелось познакомиться со всеми вами. Спасибо!
Вечером мы будем молиться Господу. Я желаю, чтобы мы молились о тех, кто находится в болезни в церкви Филадельфии. Мы молимся о наших братьях, сестрах, о тех, которые дороги, близки нам, которые тяжело больны. И мы знаем, что Бог в состоянии их исцелить. Мы продолжаем молиться о Нику Громец, который является пастырем в церкви, названа Филадельфия, в городе Сучава, Румынии. Также мы будем молиться о том, чтобы Господь благословил. Да, будем молиться. Саша, пожалуйста, поставь слайд. Ну, спасибо. Будем молиться за Пуис Передуш, будем молиться за Яну Шарапову, которая является нашей сестрой, лидером, ответственной за служение в Руске. Была прооперирована в области шеи, находится в постоперационном состоянии. Будем молиться о восстановлении, чтобы Господь явил милость свою. Продолжаем молиться о Елене Писаревой. Лазарь Гок является пастырем, является проповедником. Многим из нас он знаком. В области головы была обнаружена опухоль. Находится в тяжелом состоянии, болезни. Будем молиться, чтобы Господь также явил милость свою. Вы слышали видеоролики свидетельства Арины? Именно об Арине мы будем молиться. Была найдена в возрасте 11 лет лейкемия. Но несмотря на ту болезнь, которая есть в ее теле, она жизнерадостна, она довольна и выражает благодарность в том, что как церковь мы смогли подключиться, смогли помочь, смогли быть рядом в ее ситуации. И как церковь я приглашаю вас, призываю вас к тому, чтобы молиться о ней, чтобы Бог исцелил ее. Мы будем молиться сегодня также о миссионеров, чтобы Господь благословил Нику и Дебору, эту семью, в проповеди Слова Божьего в Македонии. Желаем, чтобы люди, которые еще не слышали о Иисусе в этой стране, в этой части мира, могли услышать о Иисусе, чтобы сердца их были открыты для Слова Божьего, чтобы Господь открывал новые возможности для того, чтобы люди могли познать Господа. Я приглашаю вас сейчас подняться для молитвы. И в молитве мы будем молиться о тех, кто тяжело болен. Мы будем молиться о миссионерах. Также в этой папке собраны нужды людей. Разные нужды, которые вы оставляете в каждое воскресенье, не только вы, но и братья с румынского служения, с первых трех служений, те, кто собирается в субботу, в формуляре записывают свои нужды, и всей церковью мы молимся, в каждый день молимся, и желаю, чтобы сегодня также молились о тех, кто ищет решения, ищет ответа. Есть люди, которые нуждаются в решении сложных ситуаций, нуждаются в исцелении. И все, кто просит о покаянии близких, о всех этих нуждах, мы будем молиться Иисусу, тому, который может решить, тому, который может принести ответ в каждой ситуации. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты послал Сына Своего Иисуса Христа на эту землю. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что придя на эту землю, Ты не был безразличен по отношению к тем тяжелым ситуациям, состояниям людей, но Ты, Иисус, исцелял больных, воскрешал мертвых, кормил голодных, заботился о бедных, нуждающихся. Господь Иисус, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты являл милость, благодать, могущество и силу свою. И Иисус, Ты вчера, сегодня и вовеки тот же Бог. Иисус, и там на кресте Ты одержал победу над болезнями, над немощами. Там на кресте, Иисус, Ты взял проклятие, разрушил, взял грех, грехи наши, грех мира. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что в Тебе дано нам исцеление, спасение, решение. Ответ. Иисус, я молю и прошу Тебя о том, чтобы Ты благословил Нику Громецк, Пуис Передуш, Яну Шарапову, Елену Писареву, Лазаря Гок. Молю Тебя, Господь, чтобы Ты исцелил Арину. Прошу Тебя, Бог мой, чтобы Ты совершил чудо в их жизни. А также все те, которые оставили свои нужды, записали в формуляре и находятся в этой папке. Господь, услышь каждого нужду, каждого, Господь, молитву просящего Тебя о помощи, просящего Тебя о решении, об ответе. Я молю Тебя, пошли ответ, дай, Господь, увидеть Твою славу, Твою благодать, Твое благословение. Прошу Тебя, Христос, о миссионерах, Господь, о семье, о Нику Деборе, которые будут проповедовать, Господь, которые служат в Македонии. Употреби их для того, чтобы Слово Твое проповедовалось, и многие из людей, которые живут во тьме, чтобы смогли, Господь, прийти к свету, прийти к истине, прийти к познанию воли Твоей. Иисус, я молю Тебя, меняй жизни людей, обрати, Господь, людей к себе. Христос, да будет имя Твое прославлено в их жизни. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого,
ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я приглашаю вас занять места. Присаживайтесь, возьмите формуляр, который вы получили тогда, когда пришли на служение. Вместе мы заполним лицевую часть формуляра. В верхней части формуляра прошу вас записать фамилию, имя, отчество. В графе, которая расположена в правой части формуляра, отметьте, если это ваш первый визит, второй визит, или же если приходите регулярно на собрание Церкви Филадельфии. Обращаюсь к гостям, к тем, которые сегодня впервые в Церкви Филадельфии. Если вы первый раз в церкви, гостям по почте высылают специально приготовленный подарок, и нам будет приятно знать, что вы от нас получили этот подарок. Для этого прошу вас, оставьте ваш домашний адрес. Мы обязуемся не распространять ваши данные. И если вы не желаете, вы свободны не оставлять свой адрес. А если вы желаете получить подарок со стороны Церкви Филадельфии, прошу записать дату вашего рождения, номер телефона, улицу, по которой вы проживаете, номер дома, квартиры, город, район, почтовый адрес, электронный адрес. И в нижней части формуляра напишите нам, если вы пришли в первый раз или во второй раз, как вы узнали о Церкви Филадельфии. Если вы заполнили лицевую часть формуляра, отложите его в сторонку. Ближе к завершению служения вместе с вами мы заполним обратную часть формуляра. Сейчас же приготавливаем свои сердца для того, чтобы услышать следующую презентацию из серии проповедей «То, что имеет значение». Дорогие друзья, уважаемые гости, сегодня мы продолжим рассуждать о том, что на самом деле имеет значение в нашей с вами жизни. Каждый из нас ставит определенные предметы, определенные события на какое-то заранее известное место в своей жизни. И мы всегда расставляем приоритеты по отношению к этим вещам, событиям, согласно убеждениям, которые есть внутри каждого из нас. И прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме, я бы хотел поговорить о слове «страсть». У каждого из нас это слово ассоциируется с чем-то. К сожалению, вещи, которые происходят в сегодняшнем мире, на сегодняшний день, зачастую изменяют, преображают или вкладывают в некоторые слова не совсем тот смысл, который они имеют на самом деле или имеют параллельно. Например, это слово «страсть» сегодня многими людьми трактуется как слово, которое очень близко к отношениям между мужчиной и женщиной. Но если мы посмотрим словарь, мы увидим, что в первую очередь это слово выражает некоторую степень увлеченности. И эта степень не просто некоторая, но очень сильная степень увлеченности чем-то. И только во-вторых, это слово обозначает то влечение, которое может быть между мужчиной и женщиной. Поэтому сегодня, говоря о теме, которую я хочу предоставить, я бы хотел, чтобы мы смогли принять, убедиться и это слово использовать в своей жизни в первую очередь в этом смысле. Увлечение чем-то, сильное увлечение. И сегодня мы будем говорить о нашем с вами служении, которое является одной из основных тем из этой серии, которая была заглавлена «То, что имеет значение». И сегодня я хотел бы, чтобы мы смогли взглянуть на наше с вами служение именно с точки зрения нашего с вами увлечения, великой или большой, высокой степени увлеченности тем служением, которое мы с вами имеем, ведем, делаем здесь, на этой земле, в нашей с вами жизни.
Почему-то в нашей стране образовалось понятие служения, видимо, из-за ортодоксального направления большинства населения, что это некоторый процесс, который организовывается в составе какого-то религиозного здания. И все говорят о том, что мы сегодня идем на служение в церковь. Как будто бы вот это нахождение здесь, в этом здании, или нахождение в здании православной церкви и является служением. Но на самом деле нет, это собрание. Служение же – это некоторые действия, которые направлены от одного человека к другому человеку. Это некоторые взаимоотношения, которые должны иметь место в жизни каждого человека. И прежде чем мы перенесемся или начнем изучать, читать места из Священного Писания, из Слова Божьего по отношению к служению, к нашему с вами служению, я бы хотел ваше внимание направить на тех людей, которые были или жили из-за строя государства далеко от Бога. И процитировать слова людей, одного человека, который вам очень хорошо известен еще со школьной скамьи. Каждый из нас слышал как минимум о таком авторе по фамилии Островский. Слышали о нем, да? И фразы этого человека были разобраны на чуть ли не пословицы в среде русских людей. И вот что он говорит о жизни человека. Говоря, что самое дорогое, что есть у человека, это жизнь. Самое большое богатство, которым мы с вами обладаем, это жизнь. И мы читаем такие слова в его книге, что жизнь, она дается ему, то есть человеку, один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно. Я думаю, что эта фраза, она близка к сердцу каждого из нас. И наверняка хотя бы раз в жизни мы задумывались, как мы проживаем или каким образом мы живем, и по завершению жизни не будет ли нам мучительно больно. О чем этот автор говорит и почему этот человек, который жил в те времена, он касается именно этой темы. И давайте увидим ту мысль, которой он продолжает это выражение. Чтобы не было мучительно больно, почему? За, во-первых, бесцельно прожитые годы. Мы спрашиваем себя, не так ли, а не живу ли я таким образом, не имея цели в своей жизни? Чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое. Чтобы не было мучительно из-за этого. И мы понимаем, что как люди мы сегодня можем вести или жить именно таким образом, поступая какими-то подлым образом по отношению к другому человеку. Ценить что-то, что не ценится, и мелочиться или вести какую-то мелочную жизнь. Этот риск есть у каждого человека. И в-третьих, чтобы, умирая, смог сказать следующую очень сильную фразу. Вся жизнь и все силы были отданы самому главному в мире – борьбе за освобождение человечества. И естественно, что различные читатели произведения Островского эту последнюю фразу использовали, как им хотелось. Использовались по отношению к строю политики того времени, использовали в смысле проведения войн в этом мире и так далее. Но мы, те, которые читаем Библию, понимаем, что освобождение человечества заключается в чем-то ином, а именно освобождение от дьявольского влияния. Именно ради этого пришел Иисус на землю,
чтобы освободить людей. И этот автор, Островский, пишет дальше после этих фраз, что надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-то трагическая случайность могут прервать нашу с вами жизнь. И именно наша жизнь описывается этим человеком в этом ключе. Чему мы отдаем все свои силы? Что является тем приоритетом, который сегодня диктует наши с вами поступки, наши с вами отношения между людьми? И эта борьба за освобождение человечества каждым из нас сегодня воспринимается, трактуется, используется так, как сердце нам говорит. И эта идеология, в которой жил Островский в своем время, не смогла уничтожить вот это божественное начало в сердце каждого человека, а именно, что человеку нужна свобода, освобождение от чего-то. И в этом ключе я бы хотел бы сегодня взглянуть на наше с вами служение. Что мы делаем, чем мы сегодня с вами занимаемся? Другими словами, цель, ради которой мы были созданы, и цель, ради которой мы сегодня, сейчас живем. Это та же самая цель или это две разные цели? Именно вот этот знак равенства сегодня может присутствовать в нашей жизни, и его может и не быть. Другими словами, мы сегодня можем иметь цели, которые не соответствуют тем целям, ради которых мы с вами были задуманы Творцом этой Вселенной. И сейчас, в этот момент, мы перейдем на чтение Священного Писания и увидим взгляд Бога на человечество именно с этой перспективы. В Иезекииле Бог говорит людям: «Я дам им единое сердце и вложу в них новый дух. Я возьму у них сердце из камня и дам им сердце из плоти». И этот стих отражает состояние человечества сегодня, в те прошлые времена, и еще будет отражать те времена, которые будут до пришествия, второго пришествия Иисуса Христа. А именно, что в человеке есть сердце, которое является каменным. По-другому, есть люди, у которых сердца каменные. Это ясно видно из этого стиха, не так ли? И они коренным образом отличаются от людей, у которых сердце не каменное, мягкое, настоящее, из плоти. Мы все хорошо понимаем, о чем идет речь. И мы видим, что именно в этом отношении и заключаются те разные цели. То, что задумал дьявол и осуществляет здесь на земле, что допустил человек в свою жизнь, это отражается в этом каменном сердце. Это окаменелое сердце, которое бунтует против Бога. И есть какой-то процесс, который видоизменяет сердце человека. Каким-то образом это происходит. Или, другими словами, лучше будет сказано, может произойти. Это произошло в жизни людей, которые приходят сюда. Это может произойти в жизни тех людей, которые придут сюда. И, возможно, здесь есть люди, которые чувствуют, что их сердце не в порядке. И им нужно что-то, чтобы случилось в их жизни, чтобы сердце стало другим. И весь вопрос в том, как это сделать. Бог здесь говорит о том, что я это сделаю. Я займусь этим вопросом. Но как? С чего начать весь этот процесс? Сегодняшние люди, которые пишут очень много книг о успехи человека, о достижениях людей,
о том, как добиться успеха в этой жизни, предлагают нам с вами различные практики, говоря, что вот делайте так, и вы получите это. И если вы не получили, значит, вы правильно, точнее, неправильно практиковали то, что мы вам советовали. И вы читали, наверное, многие из вас читали эти книги о том, каким образом избавиться от депрессии, например, добиться счастья, определить правильную цель в жизни и так далее. И в этом отношении Библия предлагает или показывает нам сердце Бога, Его замысел для нас совсем в другом свете. И говорит нам о том, что главное действующее лицо в процессе изменения нашей с вами жизни является сам Бог. Никакой психолог. Никакой человек, который разбирается или думает, что он разбирается в сущности человека, не способен на этот процесс изменения или превращения каменного сердца в сердце плотяное. И сегодняшний вопрос каждого человека заключается в следующем. Начать изменяться самому, прилагать все усилия, чтобы быть другим, бросить пить, бросить курить, бросить материться, все бросить плохое и тогда прийти в церковь. Или наоборот, поверить Богу и уже вместе с Ним изменять свою жизнь, позволив Богу это сердце изменить, заменить его этим плотяным сердцем, которое чувствует, как необходимо поступать, каковы ценности должны быть в этой жизни. Не курение, не пьянство, не другие поступки, но то, что желает Бог. Поэтому то, что сегодня имеет значение для людей, и то, что человек делает сегодня, начинается с его доверия Богу. Поэтому я предлагаю вам, тем, кто пришли сюда, и чувствуете, что вам нужно другое сердце. Вам необходимо измениться. Не пытайтесь бросить все плохое, что вы делаете, думая, что отбросив это, вы заработаете себе святость. Нет. Для того, чтобы вы стали святыми, умер Христос. И сегодняшнее ваше действие по отношению к Нему, по отношению к Богу, по отношению к себе, это поверить Ему. Довериться. И как результат всего этого будет то, что написано чуть позже. «Тогда они будут соблюдать мои установления, хранить мои законы и исполнять их. Они будут моим народом, а я буду их Богом». Только после этого начинается соблюдение закона и всех остальных установлений. Тогда начинается эта праведная жизнь. Результат доверия дьявола. Это смерть и отделение, отторжение Бога, но результат доверия Богу – это новая жизнь. И новая жизнь с избытком. Мы читаем в Ефесянам послание к верующим, к таким же, как и мы с вами. Мы теперь новое творение Божье, созданное в Иисусе Христе. Вот это создание, это новое сердце, которое образовано в Иисусе Христе и сразу показывается, проявляется, подчеркивается для совершения чего? Добрых дел, которые Бог предназначил нам с вами совершать. Ничего другого, ничто другое не может быть приоритетнее в жизни верующего человека, в жизни того, у которого сердце стало плотяным, как только совершение добрых дел. Это наше с вами предназначение, дорогие друзья, уважаемые гости. Это предназначение тех людей, которых сердце было изменено Богом. Это имеет значение. Наше с вами предназначение, дорогие верующие люди. И поэтому евангелист пишет, пусть так
же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего небесного Отца. И разговор идет не о том, чтобы мы специально совершали добрые дела, чтобы светить. Нет. Свет свечки, он горит, потому что происходит горение. Не потому что свеча хочет посветить кому-то. Это последствие, это следует из этого. Свет от свечи исходит, и свет из добрых дел также исходит. И это имеет значение в нашей с вами жизни. Добрые дела, то, что мы делаем по отношению к какому-то человеку. И сейчас я бы хотел, чтобы мы взглянули коротко на жизнь одного человека, которого люди считали, кто-то считал его безумным человеком, кто-то считал его блаженным человеком, кто-то считал его человеком Божьим. Но у этого человека было нечто особенное. Он служил. Он готовил путь для кого? Для Бога, для Иисуса Христа. Иоанн Креститель. Все, даже те, которые ни разу не читали Библию, слышали об этом имени. И этот человек говорит что-то по отношению к нам. Ну, сам стиль его жизни в те времена уже говорил людям, что этот человек не от мира сего. Он жил в пустыне, ел то, что находил под ногами своими. И для тех людей это был человек не совсем из этого общества. Поэтому ходили разные мнения о нем, но этот человек делал что-то. И это что-то, то, что он делал, это было не просто какими-то делами, но это были дела, которые он совершал, будучи очень сильно увлеченным чем-то, а точнее кем-то. И вот что он говорит. Человек может делать только то, что ему поручено небом. И говорит о себе. Я не Христос, но я послан, чтобы идти впереди Него. И в этом заключается наше с вами служение. Мы служим не для того, чтобы служить. Мы сегодня наливаем кофе людям не для того, чтобы налить кофе. Мы сегодня встречаем людей на парковке не для того, чтобы им просто помочь прийти сюда. И мы сегодня делаем все, что мы делаем в этой церкви. Служим больным людям, молимся, чтобы Бог благословил и исцелил. Мы с вами собрали деньги для того, чтобы одеть босых детей, для того, чтобы сегодня Арина, больная лейкемией, имела возможность, имела больший шанс выжить после этой болезни. И все это мы делаем, потому что это было поручено небом, нам с вами. Не какому-то другому человеку, но тем, кто приходит сюда и по какой-то определенной причине, чтобы идти впереди Иисуса Христа. Поэтому, когда сегодня дети из Гидигича, из Кишинева получили обувь Иисуса, обувь, которую мы с вами вместе купили, таким образом мы шли впереди Иисуса, потому что после этого к ним в жизнь должен прийти Иисус. Когда мы идем к Арине с этой едой, мы хотим, чтобы потом к ней пришел кто? Иисус. Все, что мы делаем здесь, мы хотим, чтобы в жизнь людей пришел кто? Иисус. Иоанн действовал, Иоанн жил, имея перед собой определенную цель. Он знал, что он готовит путь для Иисуса. Это то, что мы делаем с вами, служа здесь, на этом месте. И этот человек говорит, что ему предстоит возвеличиваться, а мне умоляться. Поэтому мы хотим, чтобы в жизни Арины, в жизни тех детей, в жизни людей, которые приходят сюда и не знают Иисуса, нам с вами уменьшаться, а Иисусу в жизни этих людей возвеличиваться. Это то, к чему мы с вами были
призваны, созданы, и цель, которая была поставлена ради каждого, каждому на этом месте, здесь. И поэтому сегодня мы очень хорошо обращаем внимание, что имеет значение в нашей с вами жизни. Как мы используем свое время, свои силы, свои способности, и этот процесс использования, по сути, отражает наше с вами отношение к Богу. Поэтому мы ценим эту возможность служить здесь, на этом месте. Поэтому призываем всех людей научиться служить, стать частью этого общества, которое служит. И когда мы видим людей, которые приходят к нам сюда, на это место, для того, чтобы взять что-то, попользоваться результатом нашего с вами служения, мы радуемся, знаем, что мы служим, мы готовим путь Христу к сердцу этих людей. Но каждому из нас, все те, которые здесь служат, со мной согласятся. Так больно видеть, что приходят люди, которые сюда ходят уже год, два, три, пять. И эти люди приходят сюда с определенной целью для себя, взять что-то для себя. И не могут понять, что мы служим им, чтобы их сердце изменил Иисус Христос. Они продолжают пользоваться теми благами, которые посылает Бог в их жизнь. И те, кто служат, начиная от парковки и заканчивая формулярами, так хорошо видят этих людей и в их сердце. И позвольте мне выразить эти чувства за всех их. Так больно видеть, что люди не могут понять, что не смысл в этой еде или в этом кофе, а конечная цель, желание, чтобы в жизнь этих людей пришел Иисус и изменил их сердца. Чтобы они получили не только чашку горячего кофе или не просто помощь, чтобы зайти и найти хорошее место, но чтобы обрести новую жизнь в Иисусе Христе. Это никоим образом не касается религии или желание, чтобы они были частью церкви Филадельфия. Нет. Это желание, чтобы эти люди примирились с Богом и смогли вот сюда, внутрь, получить это новое плотяное сердце. Поэтому мы организовываем эти курсы личного развития, чтобы люди смогли научиться служить и поняли, что отдавать намного блаженнее, лучше, счастливее, чем принимать. Поэтому тем, кто служит, больно видеть людей, которые только принимают и не могут понять счастья отдачи, а по сути служения другим людям. Каждое воскресенье в 12:30 мы проводим эти курсы личного развития. Следующее воскресенье будет 4-й курс. Кто не прошел, придите. Давайте вместе организуемся в эти команды мечты, которые служат. Там, на этом курсе, ты сможешь понять себя и свое предназначение, где твое место в этом служении. Поэтому мы организовываемся в малые группы, где мы собираемся и можем проводить время со своими единомышленниками. Те, которые думают так же, как думаем мы. Не в плане религии, а с нашими интересами. Там мы можем перенять этот опыт служения, опыт общения с другими людьми. Именно поэтому мы организовываем эти малые группы. И поэтому мы организовываем эти молитвы, которые проходят каждое утро. Завтра в 6:30 мы будем собраны здесь. И будем молиться, просить у Бога, чтобы Он благословил. И мы также здесь молимся лично о своем служении. Лично о себе. Более 20 минут мы проводим в молитве, где мы хотим приблизиться к Богу и хотим утверждаться и дальше в этом решении. Доверять Богу,
развивать эти отношения, посвящать себя на служение людям, которые так нуждаются в новом сердце. Поэтому я приглашаю всех вас, если вы не прошли курс личного развития, пройдите его. Если вы еще ни в одной группе не были, не записывались ни разу, или давно записывались и были, найдите себе другую группу, вовлекитесь в это служение малых групп. Приходите на молитву, осталась всего лишь одна неделя, и мы завершаем этот цикл молитв по утрам на ближайшие полгода. Успейте прийти, чтобы научиться, приблизиться, стать немного другим. Ведь это то, что имеет значение в жизни каждого человека. И это на самом деле имеет значение для моей жизни и лично для твоей жизни. Аминь. Давайте эти решения мы запишем, отметим в формуляре на обратной стороне. И после этого мы перейдем к молитве и будем просить, чтобы Бог благословил наши решения. Сегодня ты можешь посвятить свою жизнь Иисусу и решиться на то, чтобы начать доверять Иисусу. Я призываю тебя сделать это. В этом году мы все имеем возможность служить в составе этих собраний людям, которые приходят сюда. И я приглашаю тебя испытать, попробовать с любовью и энтузиазмом, с этой страстью, с этой увлеченностью отдавать свои силы людям, которые приходят сюда и еще не знают Иисуса. Сделай это вместе с нами, служить этим людям. Принять участие в молитве по утрам, я уже говорил об этом, вы можете прийти сюда с завтрашнего дня в 6:30 и, конечно же, записаться в одну из групп. На рецепции вы увидите списки людей, и там будут наши лидеры, те, которые ведут эти группы. Подойдите к любому из них, расскажите о том, что вы желаете быть частью группы, и каждый лидер поможет вам найти самую лучшую группу, оптимальную для каждого из вас. Также я прошу вас, запомните остальные свободные поля здесь, в этом формуляре, если у вас есть что сообщить нам, или какой-то у вас есть комментарий, или нужда, о которой можем помолиться. С правой стороны вы сможете также отметить, если вы принесли какие-то пожертвования, внести их, также подписать. И дальше давайте мы проведем время в молитве, в которой каждый из нас может выразить Богу те чувства, которые есть в его сердце, и просить его, чтобы он благословил эти решения, которые сегодня мы с вами принимаем. Давайте поднимемся и приглашаю тебя лично. Скажи Богу то, что ты чувствуешь сейчас, здесь, на этом месте больше всего. И знай, что Он благословит тебя. Великий наш Господь, я благодарю Тебя и славлю за эту возможность видеть в Слове Твоем те истины, которые так необходимы нам для нашей жизни сегодня. И прошу, Господь, благослови сегодня тех людей, которые решили посвятить свою жизнь Тебе. Благослови и помоги, Господь, чтобы в этом начале доверия к Тебе, Господь мой, они смогли сразу же увидеть то, насколько сильно Ты их любишь. Прошу, благослови тех людей, которые сегодня решили быть частью этого служения людям. Благослови, Господь, всех служителей, которые здесь, на этом месте служат, Господь, нашим гостям, тем, кто приходит сюда и далеки от Тебя. Прошу, благослови в этом служении, Господь, потому что эта цель ясно видна нам, и все, что мы делаем для того, чтобы эти люди смогли познать Тебя и примириться с Тобой, великим Богом. Прошу, благослови запись в группы, благослови лидеров, благослови, Господь, чтобы могли, Господь мой, готовиться, общаться для этого великого служения, к которому Ты призвал нас. Слава Тебе и хвала, великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Thank you.
твоем свете живу я. Сегодняшнее служение завершилось. Мы были рады видеть вас. С нетерпением ожидаем вас следующее воскресенье и просим, сделайте все возможное для того, чтобы стать частью одной из групп. Запишитесь в одну из групп. А также обращаюсь к женщинам, кто не зарегистрировался на конференцию Recreate. Сделайте все возможное для того, чтобы на рецепции зарегистрироваться и быть на женской конференции. Пусть Бог благословит вас. Желаем вам благословенной недели.